В американском магазине тебе заплатят, если принесешь свой пакет. Да, вам не послышалось. Я сама удивилась, когда первый раз это увидела. Итак, ты совершаешь покупки в продуктовом, потом, как обычно, отправляешься на кассу, и там тебя ждет несколько опций. Можно купить бумажный пакет, он уже из переработанной бумаги. Для любителей многоразовых сумок есть такая за 4,99, а дальше самое интересное. Если ты принесешь свой пакет или сумку из дома, то магазин тебе заплатит 10 центов за каждый такой пакет. Они будут в виде скидки в чеке. Как вам идея?